Сегодня день рождения у самой массовой общественной организации Приднестровья – Федерации профсоюзов 32 года. Ее цель – защищать права всех, кто работает, помогать в труде и отдыхе. Для наших сотрудников, которые являются членами профсоюза, путевки в детские оздоровительные лагеря дешевле намного, чем для остальных сотрудников. Мы выплачиваем материальную помощь, мы выдаем постоянно билеты детям на разнообразные концерты, цирковые представления. В Приднестровье профсоюзы есть на предприятиях, в учреждениях, бизнесе, в самых разных сферах, от промышленности до медицины и спорта. А начиналось все 32 года назад. 18 октября 90-го профсоюзы провели первый учредительный съезд. Тогда на нем выразили протест против национализма Молдовы. Именно профсоюзы 32 года назад подняли вопрос о выходе нашей республики из состава Молдовы. Они просто прекратили перечислять все профсоюзные взносы, которые до этого времени перечислялись в Республику Молдова. Они отстаивали права наших граждан, жителей нашей республики. Сейчас задачи те же – защищать права рабочих и следить за тем, чтобы труд был комфортным, а его условия не нарушались. Это закрепляют в коллективном договоре. Это так называемая конституция каждой организации. Там прописаны права, обязанности каждого сотрудника. Там и нормы отдыха, как выплачивать заработную плату, там все. В каждой организации руководствуются именно этим документом. Мы как профсоюзы обязательно проверяем, как коллективный договор, выполняются его условия в нашем учреждении. Сегодня в профсоюзах по всей республике состоят более 70 тысяч человек. Есть профсоюзные взносы, можно свободно вступить в профсоюз и выйти из него.